У ефірі програма «Навіна регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. Президент Білорусі розглядів кадрове питання. У господарках в області обрана п'ята частка колосових у лідерах по уроджайності Шкловський район. Ювілей книга друкування і 300-годдя дня народження Георгія Каніцького відзначали у Могильові. Президент Беларуси Александр Лукашенко разглядел кадровые питания. По информации пресс-службы белорусского лидера, керовник державы дал сгоду на призначение старшиней Осиповицкого райвыконкама Наливайка Павла Владимировича. Дагэтуль ён працевал першим наместником у гэтым же районе. На посаду старшини Хотинского райвыконкама Рубана Дмитрия Михайловича. Ён был наместником старшини Черыковского райвыконкама. У господарках в области убрана пятая частка колосовых. У облсельгасхадчы поведомили урожай на сёлета вышэй за летошню на 2 центнера. На раніцу 7 жніўня у Могилёвской области намолочено амаль 240 тысяч тонн при урожайности 34 центнера с гектара. У лидерах Шкловский район тут збирают по 52,5 центнера. За им идут Круглянский и Городский. Больш площу убрана у Кировским и Бобруйским районах 40 и 38% отповедно. У обкоме профсоюза работников агропромыслового комплекса удокладнили у Могилевской области 14 экипажей комбайнеров, которые намолотили 1000 и больше тонн зерня, и 26 водителей тысячников. Экипаж комбайнера Владимира Шапялевича – лидеры жнива не только у СВК «Гигант». Сёлета яны першими у Бобруйском районе намолотили 1000 тонн збожжа. В том году 2 было, 2 года назад 3 было. Ну, мало с ним потихоньку. Лексион 770. Пока не подводила. Во второй сезон я на нем работаю, пока вопросов нет. Конечно, удобнее, что у кабине климат-контроль стоит уже, много чего значит. И так все под рукой сделано для механизатора. Жниво у гиганте распочалось напроконцы липеня. Щодня намолочивают до 600 тонн. Две сушилки КЗС-30 на газу круглосуточно работают. Значит, на такую проблем нету, чтобы лежало больше суток. По сути дела, с поля уходит хлеб кондиционный. Там 1%, 2% это снимается только вентиляторами. Поэтому мы экономим на том, чтобы меньше использовать теплоносителя газа. По словам керовника господарки Михаила Левакова, поспех любой справы залежит от належного подхода до организации процесса. Все зависит от людей, от подготовки механизаторов, специалистов, от области. Ну и, конечно, ресурсы должны быть для того, чтобы все это осуществить. Значит, мы думаем об этом не тогда, когда надо выезжать, а все заранее планируем. Алена Кутузова, Иван Боровы, «Новини регіон» з Бобруйску. Не допустить надзвичайних здарений на уборочной – такая задача поставлена перед воротовальниками в области. Инспекторы МНС контролируют выполнение правил пожарной безопасности. С проверками и инструктажами яны накировались у господарки в области. На что яны звертают увагу аграрию? За проверками воротовальников назирали наши корреспонденты. Могилевский ручье, старший инспектор. Выполняющий обязанности директора Петрович Рахиванович. Мы посмотрим, как да, ваша техника готова, как будем. Люди готовы, знания, инструктажи. Люди уже готовы, уже. Кажется, уборочный начался у нас. Угу. Вчера убирали ячмень. Тыдень уборочный. У господарцы вендора 7 комбайнов працуют у поля. Их обовязково сопровождают пожарные машины и трактор с бочкой воды. Техника, кажуть, покуль не подводила. Вы знаете, Бог обносил нас. Единственное, нужно было только когда помыться. А не когда, вот, когда жарко, допустим, обмыть комбайны, вечером обмыть. А так, чтобы по прямому назначению, ну, мы пока не использовали. На уборочной важно не только собрать урожай, але и технику заховать. Згодно правила у пожарной безопасности, на каждом комбайне повинно быть минимум 2 огнетушителя. Бо в этой технике працевать доводится годин по 12, да еще у спякоту. Сколько тут у вас на нем огнетушителей? 2. Какие? ОП-8. Ага. Ну, покажите, пожалуйста. Расскажите, как пользоваться им. Алексей Маюрников на уборочной працует первый год. Он представник молодежного экипажа. Рапс закончили жать. Сегодня на зерновые, если погода будет, поедем. Так рапс собирали. Сегодня цепляли приставки, цепляем на зерновое, готовимся. Так нормально все. Работаем.
Инструктаж по правилах пожарной безопасности воротовальники ладить у каждой господарцы. Вот и у ангард заехали провести гуторку. На их дворах, у поле, сдача воротовальников не допустить надзвучайных здарений. Давайте мы посмотрим ваш пожарный щит, готовность вашего комплекса с точки зрения пожарной безопасности. Ведра отремонтовать, пясок заменить. У питаниях безопасности дробязев не бывает, кажут воротовальники. Меть вогнетушитель – это добро. Главное, как умели им користаться. Выдираешь щеку, сначала стряхнуть лучше всего. Зачем? Чтоб, ну, стряхнуть. А если упадет, когда будете встряхивать? Ну и что с ним случится? Ну, встряхивать огнетушитель не обязательно. Это уже не те огнетушители, которые выпускались много лет назад, которые надо было встряхивать. Как показали наши проверки, они все обеспечено. Проведены инструктажи уже 2 недели назад со всеми занятыми на уборке, как на комбайнах, так и на зерноуборочных комплексах, также и на отвозке зерна водителей подвижного состава. Ну и самое важное, конечно же, сегодня обеспечение водоподающей техники. Рейдовые проверки, инструктажи и гуторки. Контроль за выполнением правил пожарной безопасности на уборочной для воротовальников задача першочерговой важности. Кажуть, головное, как горячая пора для аграрию была горячей только у переносном сенсе этого слова. Наталья Ильинч, Александр Артемьев, новини региона. У Мстиславском районе у раце вихра потонула 14-годовая школьница. По информации воротовальников, она пасвила кору, а потом решила покупаться. Однако место для этого, по словах воротовальников, не было пристосовано для отпочинку каля воды. Каля вёски Кондратовск так само у раце вихра потонул 16-годовый хлопец з Нясвіжу. И он купался разом с 8-годовой сестрой. У воду дети зайшли у двоих. Коли хлопцу стало дренно, он хотел чапиться за сестру, але тая поспела отплыть. С дна раки подлетка подняли водолаз. Еще одна трагедия на воде отбылася у Дрыбинском районе у болоте побач с вёской Пудовня. Потонула 16-годовая девчина. У вогуле за минулый тыдень у Могилевской области потонули 11 человек. И до інших тем. 6 жнивня уступил у силу указ номер 240 об державной подтримке громадян при будовництве жилых помешканий. У додаток до існуючей системы кредитования вводится новый вид держподтримки – адресное субсидирование. И в ближайший час будет скорректирована нормативная база, якая допомагает у реализации документа. Новый механизм, говорят специалисты, дозволить поширить объемы кредитования. Больше за 30 тысяч метров квадратных жилья с поддержкой державы планируют побудовать в области до конца года. По статистике, на 1 студеня 2017-го у региона зарегистрировано 62 809 громадян, которые имеют потребу у поляпшения жилевых умов. Однако, треба разуметь, право на державную субсидию у приватности имеют шмаддетные, молодые семьи, дети-сироты. У вогуле за кошт разных крыниц финансирования у тым лику и дольщиков в области плануется узвесть 280 000 квадратных метров жилья. З их арендного 8 000. Это квартиры у Могилеве и Бобруйску, а так само у Горках, Мстиславе и Могилевском районе. По информации областного комитета по архитектуре и будовництве, техничных ресурсов хапая. Например, Могилевский домобудовничий комбинат прошел модернизацию и готовы узводить у областным центре навод высотки у 25 поверхов. Железобетонные изделия, которые выпускаются на оборудовании, которое прошло модернизацию, реконструкцию. То есть на сегодняшний день у нас уже готовы архитектурные и конструктивные чертежи. Мы работаем совместно с Минским институтом НИПТИС жилища. И к сентябрю месяцу у нас уже будут готовы проекты со всей инженерии и даже, я думаю, что с экспертизой. Боская литургия, молебен и хрестный ход. У Могилеве отзначили 300-годие из дня нарождения Георгия Каниского. Святитель Могилевский является одним из наибольш шанованных белорусских святых. У святи у гонор этого выбитного человека приняли удел митрополит Павел, архиепископы Белорусской православной церкви, святары из России и Украины. Подчас литургии митрополит Павел рассказал пастве про житё и громадскую деятельность Георгия Каниского. Святитель был одним из первых епископов православной епархии на территории Речи Посполитой. Политик, дипломат, богослов. После себя Георгий Каниский покинул целый шерох немало науковых и философских работ. И он первым провел перепись у всех церквов, сам занимался взведением храмов. Дякуючи его намаганиям, у многих городах открыли церковные школы, где научали письменству. Святитель Георгий для нас является вот таким столпом, непоколебимым столпом, стоянием за веру православную.
Мы сегодня не осуждаем ни католиков, ни униатов. Мы сегодня, оглядываясь на историю, свидетельствуем о том, что вражда и ненависть всегда были болью нашего народа и приносили только боль, страдания людям. И святитель Георгий является вот таким символом примирения людей. После литургии отбылся великий хрестный ход от Спасо-Преображенского кафедрального собора до архиерейского палаца, где жил знакомитый деяч. Там отбылся молебен у гонор святителя Георгия Каниского. Катерина Городницкая, Сергей Карпяков, Александр Артемьев, новини региона. Юбилей книги друкования отзначили у Могилеве 500 год тому. Франциск Скорина выдал первую книгу «Псалтыр». Гэтая дата не просто вошла в историю, а стала початком новой эпохи у книжным выдавецтве. Библия полоцкого доктора на белорусской мове стала первым друкованным выданием для усходних славян. Она вышла ранее, чем английские и французские переклады, амаль на 50 год. С нагоды юбилея у костюля святого Станислава отбылася месса. Подчас яе проведения удельники отзначили, что для Франциска Скорины не было першочарговым просто надруковать книгу и стать першадрукаром. Для него самым главным было написать Божие Слово, передать Божие Слово на зрозумелой, звычайным людям белорусской мове того часу. Наша краина так само, шматликие выказывания Святого Писания узяло як право для нашей державы, и это дало великое развитие, як духовное, так и материальное для нашей батьковщины. Фестиваль рыцарской культуры отбылся у старожитном Мстиславе. По традиции основным местом проведения свята стала Замковая гора, на якой разгорнулись шматликие рыцарские бои. Рыцары у доспехах, лучники с арбалетами, прыгожие девчаты. Мстислав погрузился у середнявечча. Историчный фестиваль с реконструкцией поединков былых часов собрал у старожитном городе тысячи гостей. Сёлета дух высокородных воинов витал по Замковой горе у 10-й раз. Да, мы рыцари. 4 года мы ремесленниками делаем керамическую посуду и время от времени на фестивалях деремся. А как оказалось, что вы почувствовали себя рыцарем? Свят сказал, хочу меч и хочу драться. Вот и ребенок теперь вместе с папой на фестивалях занимаемся историческим фехтованием. Ты знаешь, кто такие рыцари? Да. Кто они? Они вои. Как твой папа? Рыцарский фест у Мстиславе – один из буйнейших в Украине. Минск, Брест, Смоленск – вот той невеликий спис городов, из которых все лето доехали гости. Как впечатление от увиденного? Отличное. Очень здорово все так. Хорошо. Масса удовольствия. А как ты думаешь, кто такие рыцари? Несколько минут, чтобы ему было весело. Сильные, отважные мужчины. У тебя в школе такие есть, парни? Да. А как они проявляют это? Драками на переменах. Таких забав на фестивалі хапала. Поединки пеших рыцарів, спаборництва лучников, бои за короля и шмат романтичной музыки и обовязково танцев. Рыцарским фестом гэтыми днями жил увесь Мстислав. Поза межами Замковой горы разгорнулись гандлёвые рады с вырабами майстроу, цацками и каруселями. За 3 дни рыцарского фестивалю его наведали амаль 15 тысяч гостей. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона. Душ, питный фонтан, распранальни и дежурство вратовальника. Хутка у Бобруйску з'явится новый сучасный пляж. Многие бобруйчане побывали на новом месте отпашинку и поделились уражениями с нашим корреспондентом Ангелиной Дикун. Сюрета тут все по-новому. На пляж додали нового пяску, установили душевую кабинку, фонтанчик с питной водой, есть павильоны с напоями и мороженым, а так само турники и 3 волейбольные пляцовки. По сравнению с прошлым годом, да, здесь оказался более широкий пляж, больше песка, натянута сетка, играет музыка, устроено питье, душ. Это, конечно, все приветствуется. Хожу сюда уже 4-й раз. Ну, сделали все нормально, красиво. Акрамя обовязкового дежурства выратавальников, по периметры тут змонтированы камеры відэаназіральня. Гэты пляж называют самой безопасной водной рекреацией у Бобруйску. Ангелина Дикун, Дмитрий Шаўцоў, новини региона с Бобруйску. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmogilev.by. Ну, а я с вами развитываюся. Доброго настрою. До встречи.